Платные дороги в России строятся непрерывно. Новые магистрали помогают разгружать забитые машинами пригородные трассы, ускоряют коммерческие грузоперевозки и заметно упрощают обычным автомобилистам дальние поездки. Однако платное шоссе — это еще и развитая инфраструктура, которая в конечном счете связана с безопасностью движения. Именно поэтому все платные участки дорог государственной компании «Автодор» оборудованы площадками для отдыха. А теперь на трассах появляются многофункциональные зоны сервиса, включающие рестораны, мини-маркеты, санитарные зоны, детские комплексы, спортивные площадки и заправочные станции. МФЗ на автомобильной дороге М-12 строятся системно, в среднем каждые 55 километров. Они создаются параллельно с дорогой и в совершенно новом подходе. Сначала отдохни, потом заправься. Многофункциональные зоны отмечены на картах. На них указывают специальные дорожные знаки, а кроме того, найти ближайшую зону сервиса можно с помощью мобильного приложения «Автодора». Совершенствование придорожного сервиса – это одна из главных задач для развития сети платных дорог. Особенно заметно это будет на строящейся магистрали М-12 Москва-Казань, где площадки отдыха нового формата будут закладываться изначально. Важно отметить, что на МФЗ применяется инновационный принцип распределения транспортных потоков. Легковые транспортные средства, мотоциклы и дома с прицепами пойдут чуть левее вдоль основного хода дороги. Грузовые автомобили чуть правее и выше с комфортными радиусами движения. А между ними будет двигаться пассажирский автобус. Это означает, что у пешеходов наконец-то появится собственное рекреационное ядро, где можно будет абсолютно безопасно перемещаться пешком. От автомобиля дойти до сервисного здания, где разместятся кафе и рестораны. Потом подойти к площадкам рекреационной, спортивной, детской. Помимо удобства и безопасности для водителей и пассажиров, такие многофункциональные зоны открывают огромные возможности для развития самых разных видов бизнеса, как федерального масштаба, так и локального. К тому же, помимо трафика водителей, к посетителям МФЗ добавляются жители близлежащих населенных пунктов. Наш пользователь теперь получит больше возможностей комфортно припарковаться, выйти из машины, размяться, вкусно перекусить, и потом уже на выезде сможет заправиться. Но самое главное – хорошо отдохнувший водитель лучше ведет машину. В конечном счете главный приоритет – безопасность. А если вам понадобится помощь на дорогах, сохраните телефон единого контактного центра государственной компании «Автодор» для вызова аварийных комиссаров. Звездочка 2323.